Привет, с вами Айс, и мы продолжаем прохождение Stealth Bastard. Не очень понимаю. А, ну, видимо, не прошли этот уровень, да, 26. В прошлый раз. Оба-на. Чё-то я туплю тут. Я понимаю, почему. Тут закрыто, тут закрыто, да? Получится. Это очевидно. Я не понимаю, что я сделал. Тут уже плохо. Очень плохо. Ну как-то свалить эту штуку, как-то свалить его. Ну как ее, блин, свалишь? Да уж. Надо поставить вверх, чтобы еще лазер отрубился. Видите, бывает очень легко. Как мне туда забраться? Не могу ему на голову спрыгнуть, не могу. Не могу. Ладно, предположим, предположим. Предположим, что нам сюда, ну, так чисто, да? Нет, говорит. Сейчас. Блин, подсыпь. Туплю спешу. Предположим, что нам сюда. Да, не получится, так не получится. Да, блинские, блин. Фона по голове. Ну, так выйдет, нет? Ну, а толку, что я сюда забрался? Ну, забрался я сюда, и толку. Thank you.
чего я эту кнопку-то открыл? Открыл я ее, что ли? Что я открываю, да? Твою сторону. Хорошо, ну предположим. Сейчас, секунду. Предположим, отправляю я его сюда. Видите, толку нет. Лазер-то проходит. Я тут не выберусь. Тут никак не выберусь. Сюда не могу, сюда не могу. Сюда могу, но толку. А толку нет. Ну, предположим, я эту пашу сюда, например, да? Рассказывай, нет меня тут. Да нет меня тут, сказал. Гуляй. Не успею запрыгнуть без этой штуки, которая его пускает. Без нее я не смогу сюда запрыгнуть. Туда. Ай, не смогу я без нее туда запрыгнуть. Как мне туда попасть? Туда, туда. Я не понимаю, что нужно сделать. Самое обидное. Поднимать наверх пока что тоже нельзя. Вот чем беда. Как эти лазеры работают? Надо, кстати, два лазера отключить от дымака. Отключается, скорее всего, бутал. Включается, скорее всего, бутал. Ну, тоже понятно. Ой-ой-ой. Ну, я не могу его взять без этой штуки. А что это дурдом? Два самые исключающиеся, Так это. Свалить вниз отсюда я его не смогу. Смотрите, он не хватается никаким макаром. Может быть, нам не туда надо? Лазер не пропадает.
Блин, я же упал ему на голову практически, нет? Собакевич. Да ладно, что ты там это? Иди, подошел. Тут я что-то не взял. Ну как это? Как это что сделал? Я не знаю. Работают лазеры, я ничего сделать не могу. Я не успею. Я не успею, я так не успею. Я не знаю, что делать. А, какой я глупый. Даже я бы сказал, какой я тупой. Дико тупой. Ужасно тупой. Тупой, как сибирский валер. Ну да, вот. Я не знаю, что делать. Просто не знаю. Бывает, что это угарно, я бы как-то свалить. Все таки, наверное, как-то свалить сюда. Да нет, я... Иди по своим делам. Ага, мы его убрали. Во как! Все круто, да? Вот это все круто, да, оказывается. Все как оказывается не так уж и сложно, да? Ну сложно, но не так. Так, теперь можно не спешить, не тупить, и мы все сделаем. О, да!
трудно. Блин, у колдава придется выходить, блин. Вот так вот, вот так вот. Изи, изи, конечно же, изи. Ранг D, жалко, что не я там. Z. Блин. Понял. Что нифига не понял. Не, он слишком быстро ходит, да? А может быть его туда запустить, подальше? Чутка, да. У тебя там смысла не было, да? Думать, что его тут надо. Какой же он, блин, какой же он собака быстрый. Ну, реально быстрый. Мама быстрее. Где открылась? Я тут нет. Не гулял. Охренели, что ли? Каким макаром я? Должен это пройти. Жопа. А зачем его поднимать, да? Его поднимать не нужно. Да? Ну да, точно. Нужно запустить туда, дальше. Потом поднять эту перегородку и сюда сделать, например. Блин, я не хотел падать вниз. Самый вниз не хотел падать. Почему так получилось-то глупо? Thank you.
иди, иди туда. Но тут нет. Да нет меня тут, иди туда. Блин, он так и будет стоять. Пипец какой-то. Сейчас мы его отсюда выгоним, подарить. А толку, что я его отсюда выгоню, его отсюда и... Я не могу. Какой дурдом какой-то. Секундочку одну буквально отвлекусь на минуту. Извиняюсь за паузу. Блин, а дальше что делать? Там уши надо было запереть. Каким-то образом, я хз как. Чудом просто. Чудом. Фух, ранг С даже получил. Сейчас босс, ну на босс я стопудово засрусь. Вообще, гадал телефон. Ай, понял. Ну, более-менее понял. Понял. Ни хрена ты не понял, ну, бас. А я почему не отпустил только что? Нет меня тут, все, успокойся. Блин, скид.
туплю очень сильно, извиняюсь. Поспешил. Людей не спешил. В принципе, всегда я буду сходить. Я спешу. Зачем? Ну это глупо. Что я делаю, блин, идиот совсем. Просто идиот. А, ну в принципе я знаю, что надо сделать. Вот, ну это уже будет следующая серия. Пока всем огромное спасибо и пока-пока.